Здравствуйте. Сейчас мы будем делать одно из самых важных упражнений. Одно из самых важных упражнений. Еще раз повторяю. Это махи ногами. Нужно делать обязательно. Когда меня учили заниматься, как заниматься, это было вот махи руками и махи ногами. Это обязательно. И оно не сложное. Очень простое. Такую поперечную, за что взяться найдите и машите вот так вот просто, спокойненько. Следя за дыханием, спокойно машем. Хорошо стоим. И пока мы не размахались, не делаем каких-то усилий. Просто стоим и чувствуем, как мы машем. Наше состояние. В одну сторону и в другую также. Иголочки у меня попадают. Прочувствуйте, ничего ли у вас не болит, как вы себя чувствуете, как ножка идет. Хорошо прочувствуйте. Высоко не делаем, просто машем и так стоим. Помахали, поняли, как мы себя чувствуем. И теперь мы немножко добавим силу, как бы. Немножко добавим. Нет, иголки. И так как у нас рука свободная, вот так. Не обязательно это вверх как-то делать. Просто вот этот мах, чтобы у нас нога и раскрылась чуть-чуть грудь, чтобы пошло дыхание. И спокойно так машем. И следим за дыханием, спокойненько дышим. И добавляем какое-то усилие. Если почувствовали усталость, не нужно уставать. Остановились. На другую ножку сейчас. Вдохнули, выдохнули. Расслабили. Так, чуть-чуть встану. И поехали. С усилием уже чуть добавляйте. Ну и не надо такой гранд-батман прям задирать только. Просто так. Можно без руки, конечно, можно. Но с рукой, мне кажется, легче даже как-то. Стараемся дышать так, как бы немножко сдержанно. И отдыхаем. Это обязательно упражнение. А теперь мы помашем также в сторону. Двумя ручками взялись. И вот так. Сразу так, может, так лучше видно. Неудобно стоит. Такой, как будто вы как бы с усилием, но все равно такое расслабленность должна быть чуть-чуть как бы. Потому что еще, когда закрепощен, то, конечно, и мышцы закрепощены. И также на другую ножку. Теперь уже встань.
Такая вывернутая чуть-чуть. Еще раз повторяю, это такое, как мне объясняли, это обязательно. Если вы хотите оздоровиться, махать ножками нужно обязательно. Руками, ногами. Отдохнули. Когда вы будете заниматься, постучали здесь так. Вы можете повторить это все. Процессы занятия. Вы занимаетесь и подошли минут через 20. Можете еще раз помахать. Но уже не так много. Чтобы усталости такой не было. Так, простучали. И теперь дальше. Так уже становимся. И мах вот такой. Давай сюда, у меня тут иголки. Смотрите сами, как вам удобно, чтобы стоять. Так, так, главное вот этот мах ногой. Может даже вот так. Поняли, да? И на другую ножку. Прекрасное такое упражнение. Просто радуешься. Расстояние найдите хорошее. И также не обязательно, можно так махнуть. И опять постучали. Сейчас я переставлю камеру и покажу продолжение. Итак, камеру я переставил. И у нас вот продолжение, после того, как мы махали возле дерева, теперь мы машем здесь. Мы находим какую-то веточку или что-то, какой-то ориентир, чтобы у нас был. Становимся и уже машем вот так. Видите, вот так, видите? Чтобы у нас была какая-то такая цель, которую нам надо преодолеть. Мы стоим вот так, машем спокойно. Поняли, да? Не стремимся там ровной ногой или как-то. Главное вот это вот движение у нас, чтобы был поворот вот такой в бедре, чтобы у нас все работало. Вы поняли, да? И вот эта веточка нам помогает, чтобы мы хорошо ориентировались. Было у нас такое ограничение. Вот так занимайтесь, будьте здоровы. Елочка прекрасная. Скоро Новый год.